Казани на протяжении 2 дней проходит Всероссийская научно-практическая конференция цифровизации права. Местом проведения мероприятия стал учебно-методический центр ФАС России. Подробнее в нашем следующем сюжете. Среди ключевых тем мероприятия – вопросы развития российского законодательства в цифровую эпоху, а также проблемы цифровизации государственных услуг. Конференция началась с приветственного слова Сергея Пузыревского, статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС России. Он выразил искреннюю благодарность приглашенным спикерам и участникам форума, а также передал слово заместителю премьер-министра Республики Татарстан Митхату Шагиахметову. Сегодняшняя конференция наряду с оставшейся традиционной казанской цифровой недели «Казан Digital Week» является мероприятием с участием профессионалов, определяющих самую актуальную повестку дня в области цифрового права. От имени Казанского федерального университета по поручению ректора Ильшата Гафурова поприветствовал участников конференции и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин. Он упомянул, что КФУ также активно занимается исследованиями в сфере цифровизации. Сегодня авторитетным независимым международным агентством Times Higher Education опубликованы результаты предметного рейтинга по направлению компьютерной науки, который по сути является интегрированным критерием цифровой зрелости. Нам удалось подняться более чем на 100 позиций и занять первое место в Приволжском федеральном округе в этом направлении. Расширяется доступ к новым, ограниченным и уникальным благам. Многократно увеличиваются возможности. Поэтому проблематика Всероссийской научно-практической конференции цифровизации и права приобретает крайне высокую актуальность и интерес. Надежда Мещерякова, Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.